Congrats. Всем привет! У нас раннее утро, 16 января. На стоянке. Идем скамейку заводить. Идем пешком, пришлось на такси ехать. Хотел вещи привезти на своей, на маленькой. Загрузить все. А потом загнать маленькую домой. И на такси приехать. Вчера минус 14 было. Все, она без проблем. По городу по своим делам катались. Ну все, сейчас утром выхожу. Минус 18 показывает. Я на старт. Он даже не провернул аккумулятор. Вроде новый, 2 года. 75-ка, по-моему, у меня стоит. И все, ноль. Замерз, зараза. Короче, попытался, нифига, надо было в тепло стоять. Ну, кто же знал, вчера при минус 14 ездила. Сколько она постояла. Думаю, ай, эту кучу своего шматья загружать в такси. Короче, приехал на такси, сейчас завезем, я надеюсь, без проблем. Большую. Для нее, я думаю, это уже не мороз. Крутанемся к дому, заодно и водички уже тогда зальем во все свои канистры. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Вчера нас вот сюда вот припарковали. С краешку. Вот, рядом уже другого загнали. Стояла другая машина рядом с нами. Ой. Зато весь снег обсыпался, видите, вчера на солнышке. Мойщикам проще будет. Так, будем пробовать. Я думаю, для кормилицы это будет не мороз. Сейчас посмотрим. Что у нас батарейки показывают? Батарейки показывают 25,2. Я думал, приеду, вещи закину, включу автономочку, пускай она это натапливает. И потом, когда я присунусь. Ну что, пробуем? О, без вопросов. Минус 19 на дворе. Ну ладненько. Сейчас туда вставляем чип. Брал на щитку его, вчера ездил. Прогреваемся. Поедем к дому, тут небольшой кружочек получится. Пока раннее утро. Заодно уже туда свои водные запасы позаливаю, чтобы потом эту воду нигде не искать. Сейчас морозы стоят, и все краны могут замерзшие быть. Бегай потом. Так, что у нас здесь? Вроде все нормально. Резина, колеса все в порядке. Но не ожидал я. У меня старый аккумулятор был. После минус 20 он крутил. Все, вон, видите, как она таяла. Солнце светило вчера, и снег таял, сосульки одни висят. Так, здесь тоже все хорошо. Она после минус 20 аккумулятор крутил, но она не заводилась. Как это? Кудахтала, но заводиться не захотела. Не хотела мой дизелек. А это что-то совсем даже не провернул. Аккумулятор не старый, 2 года всего. Ладно, хрен с ним, пускай стоит. Приеду потеплее. Будет заводиться. Все. Пойду-то чип вставлять. Пускай прогревается. Поедем до дома за водичкой. Семь ноль пять. Справили.
Италии со всеми своими делами. Маленькая подвела немножко. Не то чтобы подвела, создала какие-то временные неудобства, скажем так. Вот. Ну ничего, нормально. Ведь Машка отогрелась уже, все. Замерзла, бедная. Машунчик. Салфетки влажные хотел тут коврик протереть. Какое они все, можно гвозди забивать. Сейчас будет все оттаивать. Вода вся позамерзала везде, там чуть-чуть оставалось в канистре. Омывайка тоже. Имел глупость тирануть, думал, может, потечет. Не потекла. Ну, мороз, что, вот сейчас, ну, 18 градусов. Крещенские морозы, 16 января сегодня. Ну, правда, они как раз вот до крещения и простоят. Вот я смотрел, самая холодная ночь, походу, только сегодня. Вот именно 16 на 17. Что-то тут до 22 или даже 24 в Минске. А потом все, 19 уже там 10-15, а там опять 0, плюсовые, короче, зима закончится. Ну вот давненько таких морозов не было, вот я не припомню. Наверное, вот последний раз, может, лет 5 назад, именно как раз вот на крещение тогда в проруби нырять ходили. Именно вот в такой мороз, я точно помню, что было 19 градусов. Утром было что-то там градусов 22. Маленькая выеживалась, но не завелась. Крутил, ну, аккумулятор крутил, все, оно кудахтало, ну, завестись не хотела. Дизель. Француз он. К таким морозам не приспособленный. А потом днем там что-то потеплело, градусов 17, наверное, было 16, и завелась. И вот вечером, когда ехали нырять, было минус 19, это я точно помню. Даже нет, наверное, может, да, лет 5 назад, еще доча там. Папа, папа, ты куда? На улице холодно, папа, ты разделся в прорубь. Сумасшедший, ну. Вот, а после этого, что я не припомню, в прошлом году вообще зимы не было, там, по-моему, и снег это. На картинках только мы его рассматривали. Ну, а сейчас вот что-то тут... как бы неплохо. Видите, даже как мы парим. Вот. Так, про погоду закончили. Теперь вернемся к делам насущным. Все, Минск. До свидания. Удобрый шлях. И вам тут долго не скучать. Надеюсь, долго мы не будем кататься. Идем мы сейчас в сторону славного города Гродно. Там мы поедем на мойку по дорожной сети, сделаем, привезем в порядок кормилицу, сделаем ее еще и красавицей, потому что сейчас, ну, внешний вид оставляет желать лучшего. И пойдем на погранпереход Привалка на Литву. Зайдем с полными баками. Где-то там еще в Гродно дозаправимся. Сколько мы спалили от Ольши сюда. Вот, ну не знаю, я сейчас вот вчера проверял, вот сейчас вот проверял. Смотрел, по данным gpk.by, Госпогранкомитета, на Привалке очереди с грузовиков нет. Ну она как бы там есть, на обочине машины спят, но чтобы вот колейка стояла, как бы колейки, написано, что нет. Вред, наверное. Счастливого пути. Спасибо. Посмотрим. Гродно 260 километров отсюда. Это как в сторону Вильнюса тоже, на Литву идти. Ну, Вильнюс потом направо, а мы пойдем прямо. В общем, мы там зайдем на самом юге Литвы. Поменьше по Литве. Там шмык-шмык и в Польшу. День недели сегодня у нас суббота. Походу жанра колейки должны быть. Ну, не знаю. Вот что сказал gpk.by, то я и вам передал. Я думаю, часиков так через 5 мы об этом конкретно узнаем.
Все, добрый путь, полетели. Еще потрудимся на запад. И потом все. Будем курить в феврале дома. Двадцатка за бортом. Такое ощущение, что мы не на этот. Не на запад идем. Я еще сейчас зал специально загуглил. Завтра в Варшаве там 15-17 градусов мороза. Фига себе. Как тут транспортники? В мороз тусуются на улице? Или в будке сидят, греются? Воложенские. Почему Воложенские? Тут Воложен город рядышком. Ну и плюс сейчас развязка направо на Вильнюс, прямо на Гродно. Пока я что-то никого не наблюдаю. Так, грузовикам тут надо 50 ехать. Ну, якобы. Движение без остановки запрещено. А, сейчас. Нету никого. Сидят в этих своих норках. Греются. Замерзли? Бывает. А так вот все. Вильнюс Ашмяны направо. Гродно М6 прямо. Двадцать километров отсюда. Двадцаточка, да? Тиснет, хорошо. Морозец, хоть немножко эти вирусы поразгоняет. Помёрзнуть может. Хотя на них вроде не действует. Окончательно расцвело у нас возле Лиды. Сейчас даже уже должно солнышко там нарисоваться сзади, где-то на западе. Ой, на востоке. Мы ж на запад идем. Причем строго на запад. Лида у нас справа осталась. Чуть к нее не заходишь, не цепляешь. Сейчас, по-моему, там дальше Ищучин. Раньше через город что-то было. Или по окраине. Потеплело, минус 19. Одно только стекло вот. Нажимаю на омыватель. Понятно, ничего не брызгает. А дорога обработанная. Влага летит. И вот, короче, размазано все. А помыть возможности нет. К сожалению. Гродно соточка осталась, да. 41 до Щучина. Просто едешь, душа радуется, ну, по сторонам смотришь. Ну, наконец-то у нас на зиму посмотрим. Смотри, какая прелесть. На эти. На елки. Ну, красота же. Когда они так выглядят зимой. Везде нынче холодно. Я даже посмотрел послезавтра там или послепослезавтра, что в Германии там, в районе Берлина, там градусов 8, наверное, мороза. Представляете? Антициклон какой-то сюда прирулил. Но, повторюсь, ненадолго. Скоро опять все изменится. И если плюсовая станет, вся вот эта красота начнет превращаться в воду, в грязь. Пускай бы лежала до весны. Тем более тут до весны-то осталось. Прибор работает. До весны-то осталось 1,5 месяца календарных. А это у нас город Скидель на горизонте. 1508 года выпуска. Тоже такой. Древненький, однако. Я и не знал.
знаю, как, что здесь еще, знаю, что есть скительский сахар. Вот, наверное, это вот он и есть. Сахар здесь. Сладкий делают. Нет, так-то нормально, тоже он все новенькое, он все аккуратненькое. Костел. Ну, западная Белоруссия, здесь католическая вера у нас довольно большая. Католиков много. Напарник мой бывший, когда там работали, Андрюха, тоже католик оказался. Я сколько поработали, потом только в конце уже узнал. Пасху в другой день отмечает с Рождеством. Вот это, походу, он и есть. Скидельский сахарный завод. Может и нет, могу ошибаться, но так вот, что-то у меня такое подозрение. Как-то не хочет теплеть. 19, все, выше пока не поднимается. Все, начальство никак не проснется, уже скоро Гродно. Надо этот. А мойки нету, куда ехать? Я фиг его знает, где та мойка. По дорожной сети. Сейчас надо, наверное, где-то тормозиться. Время 10 утра уже. Хватит уже спать, уже пора просыпаться. Работать начинать, хоть и суббота. Хотя в России же тоже, по-моему, сегодня суббота рабочая. И не рабочая. У нас в Беларуси сегодня за 8 января отрабатывают. Сейчас добудемся. Где-нибудь будет парковочка, за рулем, тормознемся. Позвоним. Или сам загуглю. Решим вопрос. Если уходить вот на Кузницу, на границу с Польшей напрямую, Брузги с белорусской стороны называется, то это вот сюда вот направо и вот туда. Получается, югом Гродно обходишь. Там и дальше. Вот тут все пацаны, это основная масса, это вот все туда побежали. А мы идем сейчас в Гродно. Ну, в любом случае, нам на привалку все равно через Гродно идти. Ну и немножко просто там в сторону съедем. Поедем. Кристалл Транс, такая компания из Гродненской. Вот вроде на их территории мойка. Это, которая по дорожной сети моет. Вот поедем у них. Кормилицу привезем. Вид человеческий. Отмоем грязь, соль. И после этого на границу. 14 километров надо туда проехать. Гродно Азот. Дымит, коптит. Понятно, что свежести воздух не добавляет, но работает. Кому-то очень хотелось, чтобы оно остановилось. Ну, тем, кто мозгов-то не хватает, что такое предприятие останавливается, может быть, просто тупо небезопасно. Химическое производство. Это не лесопилку притормозить. Всем же Бог мозги выделил до конца.
Итак, а нам получается, мы сейчас, да, вот через 4 километра зайдем в Гродно, и вот там нам нужно будет как бы свернуть влево и проехать малость до мойки. Серьезная контора, этот Гродно Азот. Опасное предприятие, опасное производство. Химикаты, там химия, все дела. А вот и Гродно. Здрасте. 1128 год. Совсем старенький. Старенький. Вот, Друскинин кайф. Это вот так, стоять, Алексей Николаевич. Мы же в Беларуси. Здесь плюс 20 нет. Я по привычке 75 еду. Друскинин кайф. Это вот нам, ну, это с литовской стороны. Так переход называется и приграничный город. Куда мы поедем после мойки. Так, мойка нам на следующем перекрестке, нужно будет повернуть налево. Пятнадцать все-таки. Здесь уже теплее. А Друскинин-Кай направо. 300 метров, поверните направо. Ну, на том же перекрестке. В сторону Белостока Августова пойдем. Так, можно с этого ряда поворачивать, да? Можно. 5 километров. Кристалл Транс, у меня даже там раньше знакомый работал. Ну, знал я там человечка одного. Где-то мы стояли, что-то везли вместе, так познакомились. Дашке уже тот маршрут вбит, поэтому она уже тут ругается, что мы не туда едем. А это что, подвез человек? Может быть и так. Ну, коллега, видно, стоял. Туман! Где-то должны... будет прямо по дороге на границу. Хорошо. Лукойл. О, на Лукойле будем заправляться. Ладненько. Через Неман будем переезжать. Неман тут красавчик. Румлевский мост. Смотрите, совсем не замерзший. Морозы только сейчас появились. Так-то тепло все время стояло, видите. Совсем днем он наш не замерз. Я вообще, наверное, не помню, он вообще замерзал тут когда-нибудь? Ну, в морозные зимы-то, может, и замерзал, только когда не были эти морозные зимы. Здесь, в принципе, всегда довольно-таки тепло. На западе. Брест еще теплее там. Брест запад. Еще плюсы южнее. Через 300 метров, главное, поверните направо. Затем через 200 метров. Так, а куда ты меня ведешь?
хочет, чтобы я пора... Нет, ну зачем нам так ехать-то? Что, дурная, что ли? Под мостом что, нельзя проехать? Хочешь, чтобы этому карманчику проехали, опять на эту дорогу выехали, ну? Нормально? Перемерзла. Там и там, ты и так с мозгами, с этими электронными проблемы, а тут еще подмерзли, сутки постояла на морозе. Ученик? Ученик. Категория Е. Учится. Все с прицепчиком едет на газончике. В этой части Гродно ты не был ни разу. В принципе, что сюда ездить? Если на границу, на Брузги, так по объездной, в самом Гродно как-то не доводилось ни растамаживаться, ни грузиться, ни затамаживаться, ничего не доводилось здесь делать. Вот чисто транзитом, либо на привалку, либо... Рога потерял. А нет, они у него автоматом снимаются. Ух ты! Ноу-хау. Не надо бегать с этими, как посмотришь, там девчонка выскочит и попадает в эти провода. Так, ладно, не будем понтоваться. А вот он почему рога опустил. Ох ты, еще до чего дошел прогресс. Он уже может, оказывается, и так есть, да? Без рогов, еще себе. Честно, я не видел такого. Мазовский, кстати. Белкомун Маш выпускал, а сейчас вот это что, МАЗ выпускает? 203Т какой-то. Фига себе. Честно, я ни разу не видел, чтобы троллейбус без рог ездил. Присматривался просто. Интересно. Ну, мы, в общем-то, приехали. Нам остался 1 километр. Не будем, наверное, и во второй ряд вылазить. Сейчас он там направо. Может, тут еще
машины. Короче, нечего здесь ловить. Тут полдня сейчас потеряем. Стоять в этой колейке на эту мойку. Поедем грязное, пойдем смотреть. Либо в Польше, либо в Литве помоемся, либо в Польше. Но оно того тут не стоит, терять столько времени. Здесь две больших, две маленьких. Тут-то подорожные, ну ничего, помоемся в Польше за деньги. Так, вот тут можно сюда, наверное, сломаться, чтобы развернуться. Часа два-три у коллега говорит, который сейчас заезжает, говорит, 7 утра стоим. Я, правда, не спросил, сколько машин было перед ним. Ну, 4 машины это долго. Что? 22 минуты. Ё-моё. Короче, надо все равно полчаса мне постоять здесь. Мне не хватит времени до границы доехать. Поэтому стоим полчасика. Сейчас номера помою. Хотя, в принципе, ну, все равно делать нечего. Так-то выглядим, да? Не очень аппетитно, скажем так. О, сзади, да, сколько сосулек, которые когда таял. Ну что, номер зато, вон, номер обсыпался весь. Нормально. Помоемся в Польше или в Литве, где-нибудь. Сейчас водички налью, номера помою для границы, чтобы чистые были. А, поэтому можно ехать.
там, а истерика сказал мне, как ты кныш. Он парень наш поющий, земляк наш и поэт, все время напевающий веселенький куплет. Где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит, только в Гродно, где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит, только в Гродно, там жизнь и наслаждение испытывать сполна. Прошел я сквозь смешение, терпев укусы зла, и наконец обрел покой и счастье, и жену, и каждый день с толпой друзей одно я узнаю. Где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит, только в Гродно. Где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит, только в Гродно. Где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит, только в Гродно. Где счастливым можно быть, только в Гродно, горячо любимым быть, только в Гродно, по реке великой плыть, только в Гродно, кто за все тебя простит. Гродно, тут Неман, река Гродно. Районы, дома, это архитектура, которую здесь возводили годами, да через века. От Советской до Ленина, мимо витрин магазина, узрею я мир свой. Полное чувство, полный покой, это Гродно, я болен тобой. Шаг за шагом, я ночами безлюдными столько разведал и столько узнал. Улицы те, что названия носят великих людей, знаменитых держав, а я как же Либер остаюсь неподвижным и будто бы на стороже. Верю в одно, то, что когда-нибудь этими стенами будут гордиться все. Это наша культура, забьем на прелюдия. Знаешь, как это кайфово, когда тебе есть куда ехать, когда этот город имеет значение дома. Если стоим, то на Немане, если не первые, будем стремиться туда. А я остаюсь самым преданным жителем ветреным и не жалею, что выбрал тебя. До конца, до предела, доделаны в темени мысли мои, я озвучить их рад. Тут в советское время снимали кино, городские просторы о том говорят. Это живопись нам наяву, а значит, мы будем беречь все то, что осталось. И если еще молодой ты, то помни, что вырос ты тут хоть и самую малость. Гордость страны нашей, гордость наших дедов и прадедов, огнями вечными город, домов, дорог и садиков. И с каждым годом больше рядом с Польшей сердце молот. Не забывай, что это твой город, наш город. Гордость страны нашей, гордость наших дедов и прадедов, огнями вечными город, домов, дорог и садиков. И с каждым годом больше рядом с Польшей сердце молот. Не забывай, что это твой город, наш город. Гродно, ты войной потрепанный был, как не обидно звучит, но никто не забудет героев, которые нам сохранили порядочный мир. Это наша история, мы ее строили, пусть и тяжелыми силами, но не оставили тут негативом. И да, для него просто не было выбора. Если бывал в этом городе, видел вокзалы, ЖД или авто, значения нет. Узреешь тогда обустроенный город и будем надеяться ставить пример. На метро не богатые, но тут не надо, на части его разделяет река. Это будто бы Лондон, такая политика, а девятовки и дальнешница, подходящие вузы. С правой стороны пробил омыватель, да? Видите? А с моей нифига не хочет. Размазывает. Уже вроде 13. Должна пробиться уже сейчас. Короче, будем либо в Литве, либо в Польше. Не знаю, где мы будем мыться. Но где-то будем по-любому. Такими-то мы уже в Германию точно не поедем. Но сейчас вот я полчаса стоял, паузу там докручивал. Вот я уезжал, зашел только ман с полуприцепом. Потом еще одиночка, потом еще Volvo с рефом, потом еще одна одиночка. И только потом я. Ну это еще часа на 3, а еще с моей помывкой так и на все на 4. Ну, потеря времени несуразная.
Если уже будут везде такие колейки, тут в Литве вроде там перед Польшей какая-то мойка есть. Короче, будем ехать смотреть. Если нет, ну что, перед границей немецкой помоемся. Там-то... Там просто дорого. А мойки-то там есть. Ну и плюс там за деньги. Здесь по безналу, по дорожной сети. Ну, потеря времени, она неадекватная. Обошли уже Гродно, все. Гродно заканчивается тоже. Окраина. 33 километра отсюда до границы. Друз Кенинкай. Здесь, конечно, место приграничное очень красивое. В лесу в таком. Так, колейка нет, страховок уже хорошо. Отсюда получается 4 километра с копейками. 4300 где-то до самой границы. Да, 4300. Это уже вот до черты. Едем, смотрим. Сейчас за поворот заходим и там оп, здрасте. Не хотелось бы, но оп, а тут нет никто. Дальше едем. Я вот уже отсюда остановился. Ну, был-то тут раза 4, наверное. Может, 5. Через эту границу переходил. Но уже не от этого поворота. Уже радует. Сейчас за следующий зайдем. Поворота уже будет 2 километра. Это для привалки 2 километра это тоже много. Как я помню, там только 2 окошка у литовцев работает. Они так никогда никуда не спешили. Смотрим. Ходим еще один поворот. Граничная зона. Так, но это не колейка. Это те, кто спят. Это вот кто вчера были в колейке. Вот они приехали, и они паузу крутят. Вот ночь толкались. Вот они паузу крутят. Зашторенные. Так у нас уже отсюда километр остался. Ё-моё, в натуре нет колейки. Нифига себе. Это еще не говорит о том, что мы очень быстро ее пройдем, но это говорит о том, что мы не будем хотя бы здесь мучаться. Посмотрите, что делается. Нет колейки. Километр это уже все, это ее нет. Очуметь. Видел чудеса техники, но такого. Вот это все справа, это все спящее. Паузу крутят, пацаны. Ну, так а вот уже и граница. Все. Колейки нет. Слово совсем. Офигеть, ничего себе. 12:30 я приехал на границу. Без колеи. Ну что? Посмотрим, во сколько мы выедем с литовской стороны. Ну это что-то
Это что-то непонятное. Где подвох? Где подвох? Двенадцать часов. Все. Уже оформлен у белорусов. Вообще никого на оформление. Симку французскую пробую вставить. Чтоб заработало. А, елки-палки. У меня же интернет в роуминге написано никогда. Всегда включить. Вот. Ну, машин 20, наверное, на выезд. Может, больше. Не знаю. Смысл в том, что сколько бы мы уже туда не выезжали. Еще лед. Еще не оттаял. С России Байкал остался. Оттаивает. Смысл в том, что мы уже здесь. Мы уже оформлены. То есть, уже бы как тут будет, мы в любом случае выедем к литовцам. Это какие-то... В чем подвох? Где? Когда его ждать? Снег валит, да? Здесь. Потеплело, 10 градусов всего. Идет снежок. Все, видите, все в снегу передо мной. Ну ничего, ждем. Во сколько будем переезжать, не знаю. Как они тут будут принимать. Я знаю, что по предыдущим опытам это очень долго. Это часа на 4 здесь. Вот именно тут. А как получится, посмотрим. Может, они сейчас раз всех за раз заберут. Вряд ли. Но не исключено. Как мы и предполагали. Время без 26. Вот мы только выехали с Беларуси. Вот считайте. В 12 или полпервого я оформился. Это вот все это время тут выезжало буквально, ну сколько там, ну 20 машин было впереди меня. Литовцев, наверное, вообще только один канал работает. Один или два? Два, наверное. Один не может быть. Райгардас. Пункт пропуска. 2:48 осталось до конца общего времени. Ну вот. Надо нам в это время умудриться вложиться. Вон он, переход. Как бы все документы у нас уже есть. Декларация прислана. Номер. А обеспечение тоже. Тут надо все, когда в Прибалтику заходишь, нужно все делать заранее. В прошлый раз там или позапрошлый меня же там даже обелетили на небольшую сумму. Дай бог, главное вот тут. Ну, я думаю, должны успеть, по идее. И тут вот поедем на стоянку. Все. Дальше уже не поедем. Да и смысла нет уже. Куда там дальше ехать? Там потом деревнями дорога идет. Да и тут еще, кажется, это тут еще часа на два. Если не больше. Медленно работает. Очень медленно. Один канал у них на оформление. Один таможенник, наверное, оформляет. Вот поэтому и так долго. Вот, видите, я думал два. Нифига, один. Так что вот почему так долго. Но мне еще дает вот 2:39. Нормально. Раз, два, три, четыре, пять машин передо мной. По идее. Должно быть нормально. А нет, он что-то он правее поехал. Все-таки два, наверное. Посмотрим. Направо поехал. Может, с какими досками едет.
выйти пойти посмотреть, почему он поехал направо. А че он туда не едет? Вон туда тоже поехал коллега. Наверное, ж можно ехать и туда, зеленый вон горит. Пойду спрошу. Пошел, спросил, сказали, что там до пустых. Хотя тот точно груженый. Ладно, если что, позовут, туда переедем. Я не знаю. Вроде бы все быстро. Вроде бы никто не стоит. Все работают. Почему так вечно такие коллеги собираются? Все, 18.38. По литовскому 17.38. По Москве 18.38. Мы оформились. Я говорю, вроде и быстро. Там больше времени занял я, пока ворота эти, а это все в снегу, во льду. Я пока ворота открыл, отбил там все. Все, пломбу повесили, декларацию сделали. Все, светофорчик нам загорается зеленый. Поехали. Осталось сейчас 50, но никакого смысла в дальнейшей езде я не вижу, поэтому дальше мы не едем. Где я там потом эту стоянку буду искать? Маршрут расширяется. Вот, поэтому сейчас... Как бы 100 километров, но это не... Там на границе будет не 100. Поэтому мы сейчас едем вот здесь, Друзкиненкай. Заправка, я знаю, там стоянка, Wi-Fi есть, был, 6 евро стоит. Становимся, час 50, это уже до 15 часов. Резона ехать дальше нет никакого. Еще здесь, я помню, сам это туда в город на этот ходили, как его, ну, в магазин. Ну, так пройтись, наверное, километра два. Так вот, с правой стороны стоянка, заправка, стоянка, за забором все. Буквально тут километров 5 от границы, наверное. Надо, что ли, сначала идти? 150 метров. Пойдем сначала заплатим.